Всем привет! Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Сегодня вашему вниманию я покажу книгу по фотоделу и пополняем библиотеку по фотографии. Вот такая шикарная книга. Л.Я. Крауш. Обработка фотографических материалов. Массовая фотографическая библиотека. Сразу откроем, посмотрим. Город Москва, искусство, 1975 год. Ага. Откроем страничку. Ищем ICBN. ICBN мы не видим, хотя есть какие-то номера учетные. А хорошо. Книжка немножко расслоилась. Вот, здесь видно. Надо будет привести в порядок. Поэтому я не люблю клееные книги, а люблю собранные книги, собранные из разных, ну, условно говоря, тетрадей, скрепленные. Да, вот, в одном месте надо будет закрепить. Вот. Еще раз хочу напомнить, что съемка велась для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. До новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока.